Всех-всех приветствую на моем канале, кто зашел случайно, а кто и мои друзья постоянные, есть уже такие, я рада. Мой канал сам себе режиссер, меня зовут Ольга. Сегодня такой денек напал на меня, что я начинаю все перебирать, смотреть у Наташи. Вот дошла до горки. Очень ей некогда, очень. Ну, я чуть-чуть, она, конечно, все по-своему переделает. Она такая, что тщательно любит. А я вот пока просто вытерла вот полочки хотя бы на один раз. Уеду, она по-своему что-то сделает. Хоть сейчас... И не собираем мы ни хрусталь, ни вот эти бокалы, как раньше было. Но сделаю вот обзор, что есть. Так и получилось, что уже Наташа в свою бытность не покупала хрусталь. Да и не за что было. 90-е годы начинали жить, и там 2000-е сразу. Этого ничего, конечно, не до этого было. Ну, я вот сейчас убираю и вижу... Вспоминаю все, каждую вазочку вспоминаю, когда купила. Даренных тут только вот эти хрустальные башмачки. Это на работе подарили на 8 марта. Так, эту вазочку я помню, когда покупала. Тонкая такая. Ну, я так думаю, что это не настоящий хрусталь, потому что не очень дорогой был, около 30 с чем-то рублей. И вот такая зачастую смотрю, вот когда фильмы, у многих такие вазочки были одинаково. Тоже около 30 рублей. Но вот эту или подарили, это не моя. Или подарили Наташе, или она купила. Скорее всего, подарили. Вот. А это вот покажу. Это на мою свадьбу дарили. Это просто стекло. Ну, как-то как память. Как память вот держим. Вот это на свадьбу. Вот это на свадьбу. Это один человек принес. И вот это. Очень тяжелое. Это стекло. Рифленое стекло. Эти вообще были за копейки. Это я дома на конфетнице, на печеннице брала. Они вообще копейки стоили. Тоже стекло. Но все равно помыла, пусть стоит. Очень тяжелую бить можно. А графин обычный. Это просто... Вот это мороженица тоже я покупала Наташе уже вот в 10-м году или в 11-м, ну вот уже. Так что мало чего. Бокалы там и рюмочки в другом месте там намыла. В ванной прополоскала. Вот занимаюсь чем сегодня. Ну, блюдо тоже Наташина. Это она уже или подарили, или как. На него и ставим. А это чехословацкий сервиз. Покупали в тяжелые годы. В 89-й год или 87-й год. Вот так вот. Но не 90-й, хорошо помню. Вот это я покупала. Очень дефицитно было. Нечаянно наткнулась. И купили. Вот так и стояло оно у нас. И так Наташа отдала, но мне не надо. Вот, ну это Наташа на время. Я говорю, Наташа, убери эту масленицу. У меня руки не это, я точно скользит, я ее разобью. И вот убрали. Вот. Из серебряные ложки с позолотой. Тоже я Наташе отдала. Их надо чистить. Они даже от того, что лежат, и то вот, вот где-то она одна. Чистить буду. Вот чернеют, вот как. Это надо зубной пастой. Я уже чистила как-то. Я покупала уже в 90-е годы, когда перестройка была. Открыли частный магазин. Я никогда не могла купить. И что-то купила. Ну и вот эти серебро, тяжелые. Но они покрыты позолотой такой. Надо тоже чистить. Давно лежит. Наташе не до этого. Вот, решила показать. Чем я сегодня занимаюсь? День пенсионерки на сегодня. Сегодня 16 марта.
18-го мамин день будет. Блин, ну хоть и масленица, но придется блинчиков я все равно спеку упоминать. Мы все равно пост не держим. Я уж извиняюсь. Все равно отведем. Эти еще не помыла. Это Наташины. Это Наташины. Еще не помыла, еще стоят, ждут своей очереди. Вот пришла в ванну, потому что я здесь полоскала. До конца уже покажу. Тоже только-только 90-е годы и начали появляться. Ничего ж не было в разруху. И конец 97-й или 98-й. Да, в 98-м Наташа вышла. И я увидела вот такой набор рюмочек. Они так были упакованы в красивой такой сердечком коробке. Я сразу купила, ума не было, лучше денег дала. И вот эти тоже. Эти вот шесть таких. Кому дарила? Вот сейчас думаю, ну какая глупая была. Наташа не пьет, гулянки не собирает. А зачем ей это все? Ну вот мне понравилось, что никогда не было и вдруг появились. Ну это Наташа на обычные бокальчики. Половину вот помыла, а там еще стоят. Вот просто покажу, что вот ни к чему они, хоть выбрасывай. Никаких гулянок, некогда гулять. Ну, вот такие вот только появились, и я обрадовалась и купила. Вот эти. А это из дому. Домашний у нас был. Это все стекло. Вот занимаюсь теперь горкой. Надо посуду перетерять. Потом Наташа, конечно, как ей надо, еще раз, но я на один раз хотя бы, чтобы меньше пыли было. Мой день продолжается. Хлеб буду сейчас заводить. Ну, как заводить? У меня вот здесь в кастрюле стояла закваска. Вот эта. Закваска стояла недели две. Это ржаная закваска. Она на балконе стояла, перемораживалась, морозы. Сейчас оттаяла чуть-чуть, но все равно холодно. Она бродила и осела. Вот я ее надо было сразу показать. Я сейчас только додумалась показать. Вот ржаную муку засыпала. Дрожжи на воде. И все, и выставила в балкон. На балконе она вот этой кастрюле стояла. Эта кастрюля у меня такая, Наташе такую, сестре такую купила. 700 рублей стоила, она тяжелая. Я думала, не пригорает, но оно пригорает. Очень тяжелая. Ой. Вот. Такая крышка. Это как фаянсная кастрюля. Ну вот сейчас добавлю пшеничной, немножко водички там сполосну, чтобы... И больше ничего не добавлять, не буду дрожжи добавлять, потому что здесь дрожжи есть. Вымешу и заправлю хлебопечку, колобок кину в хлебопечку и пусть он крутится. Потому что хлеба осталось немножечко. Вот сколько хлеба осталось, поэтому надо постряпать. Чтобы он маленько отстоялся, чтобы свежий не есть. 3 часа дня. Без 15:03. Тесто. И заниматься другими делами. Я сделала посуду. Перетерла. Фужерчики, стаканчики. Там, где стоят на горке, в этой горке или как. Раньше сервант называл, сейчас горка. Вот. И... Улицу покажу. Не очень солнечно, но зато очень грязно. Я вчера подъезд мыла, а сегодня, смотрю, надо бумагу собирать. Это ж невозможно. Всяких цветов радуги пакеты. О! Их надо пособрать. Бутылки, банки. Вон пакеты всякие. Так что надо найти время и пособирать. Что мне делать? Субботник ждать это нереально. Вон там вообще все. Всякие цветные тряпки вон какие-то. Неприятно с окна смотреть. Хочу выбрать время. Не знаю, сегодня, завтра ли.
И что смогу, соберу. Все-таки меньше будет. Я не думаю, что я очищу прямо аж до чистоты. Ну, хотя бы вот эту площадочку возле дома. Ну, там пакеты, которые большие, вот их надо собрать. Тряпки там вон. Ну, что мусорница вот там, недалеко. Шагов, наверное, 20-30. И пособираю. Вот такие у меня планы. Ну вот, прошло 20 минут. Я замесила уже тесто. Вот. Темный хлебушек будет. Вот такой он по мягкости. Сейчас полью маслом, чтобы он катался хорошо. Хлебопечки. А не застревал. Только для этого и смазываю. И все, и начнем хлебопечку включать. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть. Все, колобок в печке. Включаем хлебопечку эту нашу русскую. Вот она запищала. Мы ставим поджариться. И старт. Окошечко. Смотрим, мотается. 2,49, 2,50 выпечка. Он иногда мигает. Вот, то тухнет, то мигает. Все, будем ждать хлеб. Ну, а я сейчас чаю попью. И еще чем-нибудь займусь. Но на улицу пока не пойду. Хотела мусор собирать на улице, но пока не пойду. Как-то пасмурно на улице, ветер сильный. Было бы так поспокойнее бы. О, розочка еще теплится. Ну, уже надо выбрасывать. Мы ее даже не трогаем. Вот такая она получается. Что-то Маня заскучала. Маня, ты что, моя, заскучала? Розы я уже выставила на пол, чтобы не забыть вынести их. Все, руки не доходили. Уже дня 3 назад можно было вынести. Ну, вот и все на этом. Вот такой день пенсионерки у дочери в гостях. Кое-что состернула, такое тряпочки всякие из-под котов, там где стелим, где чего. На стульчике стелим. Я убрала. Все, эти тоже надо выбрасывать. Понятно, вот одна ничего, так, ну, тоже на нее уже смотреть страшно. Жалко, а эти уже все. Вот не доберусь никак, надо вынести. Ну, вот так вот я все поставила. Наташе не понравится, сделает по-своему. Ну, зато пыли поменьше. Вот так вот крутится, вертится. Азалия цветет, невзирая на то, что кустик маленечко примерз. На балконе еще надо убраться, банки пустые вынести в гараж. Сегодня чуть-чуть протерла там, но капуста там лежала свежая. Так ничего не сделали. Вынесли, Владюша вынес сегодня. В общем, кое-что поделать надо.